Путин подписал закон о приостановке мониторинга численности населения до 2029 года. То есть он продлил крайний срок проведения микропереписи населения. Ну что такое микроперепись? Это просто учет, сколько умерло, сколько родилось и так далее. То есть то, что производится постоянно и как бы что имеет официальный источник, да, вот на 28-й год с 26-го перенесли. То есть они не будут публиковать данные до 28-го года о том, сколько вообще в России людей. Можете себе представить? Ну, потому что такой падеж, я извиняюсь за выражение, просто жуткий. То есть умирают сотнями тысяч, да, и плюс еще сколько убивает на войне. Просто нет, что этот гад устроил, просто жесть какая-то. В проекте бюджета на 2025-2027 годы внесли статьи об обеспечении сетевого суверенитета. На сетевой суверенитет 10 миллиардов рублей. Ну, вы же понимаете, что эти деньги украдут просто, да? То есть сетевой суверенитет. Ну, чтобы нормально можно поделить было. В проекте бюджета также записано, что будут на подарки деньги выделять. Вот 1,6 триллионов рублей будут кредитов в ближайшие 3 года переданы. Кредиты. Но это невозвратный кредит, как вы понимаете. Всяким разным странам Путин будет дарить подарки, включая Беларусь и так далее. А всем остальным предложат отсосать. Да? То есть, я имею в виду гражданам, их отправят умирать. Учитель ОБЖ, да, то есть это основы как безопасности жизнедеятельности, да, устроил панику в московской школе. Он пришел с ружьем, поднимался по лестнице, это был муляж ружья, девочка увидела, начала в чат писать, что мужик с ружьем там. Ну вот видите, надо бояться человека с ружьем. Да, то есть мы пришли к такому же моменту, то есть всех подняли на уши. Житель жилищного комплекса жителей Селигер-Сити, где баллоны, помните, взорвались, недоумевают, эти баллоны у них валяются перед окнами, то есть приехали следователи, все это описали, они должны были собрать эти вещдоки, некоторые баллоны целые вылетели, да, они там с вентилями, и вот они звонили во все службы, а там говорят, это следователи должны забрать, они говорят, так они не забрали, говорят, ну а мы-то что, мы не будем трогать вещдоки, и вот эти баллоны, я так понимаю, до сих пор валяются. И в Москве очередной кадыровский внедорожник сожгли, то есть какие-то кадыровские черти повздорили с местными жителями, опять у них спалили машину. Они необучаемые, они не понимают, что местные жители будут выжигать у них все. Так, и в Самаре произошла операция «Шанель-35», номер 35, мы забыли про операцию «Шанель-номер 35». Вот в Самаре вспомнили, забили канализацию покрышками и кирпичами на улице Карла Маркса, но в результате там все сломалось, если так можно выразиться. В Мурманской области, значит, вот опять новогодник сгорел, получил ожоги в реанимации, 14-летний подросток. Вообще путинцы за этим не следят. Вот эти, так скажем, новогодники, те, кто на крышах поездов развлекается, ездит, все время попадают под контактную сеть, горят, гибнут. Пачками путинцев вообще дофонаряет. Ну, кстати, это говорит о том, как они железную дорогу охраняют. Поэтому особо сильно партизанам волноваться не надо. Город Санкт-Петербург, в одной из школ Красносельского района, прямо во время занятий на ученика упал щит с баскетбольным кольцом. Школа новая, сдана в этом году. 1 сентября пришли дети.
только 1 сентября, представляете, то есть до этого только построили, и щит сразу баскетбольный на мальчика упал. Вот, Санкт-Петербург, улица Восстания, упал балкон, ну, балкон упад, это классика вообще, лифты, балконы, это все, что вот, как бы имеет отношение к домам, карнизы, лифты, балконы, крыши, стропила, перекрытия, лестницы, все сейчас будет рушиться, потому что все находится в таком состоянии ветхости, что любой толчок, там, сотрясение земли, и все рухнет нахер. Владивосток, голые опять, вот голый незнакомец в маске, голый в маске, представляете, как круто, терроризирует работницу Вайлдберрис во Владивостоке, он приходит голый в маске и стоит, такой как, да, тень отца Гамлета такая, ну, в мое время называли их антенщики, да, по-научному они называются эксгибиционисты. Очень смешное, мне кажется, название.